Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня расскажу про кофемашину Melitta Cafe Barista TS Smart F850-101, F850-102. После просмотра поделитесь мнением в комментариях и поддержите канал лайками. А чтобы не пропустить выход нового ролика, рекомендую вам подписаться на канал и активировать колокольчик для уведомлений. В описании под видео мы оставили подборку ссылок на магазины с лучшими ценами и актуальным наличием. Кофемашина Melitta Cafe Barista TS Smart в глянцевом корпусе предназначена для варки вкуснейшего эспрессо в автоматическом режиме. Вам нужно только положить зерновой или молотый кофе, налить воды и задать нужные параметры. На выходе вы получите свой любимый напиток. В емкость для воды можно заливать до 1,8 литра жидкости, что предусматривает возможность сварить сразу несколько чашек кофе, а контейнер для зерен рассчитан на 270 грамм продукта. Melitta Barista TS Smart – это новое поколение автоматических кофемашин Melitta с дистанционным управлением через смартфон. Можно управлять многими функциями аппарата через смартфон. Например, при помощи настроек можно управлять, сохранить и запрограммировать функцию My Coffee Profiles. Практическое руководство поможет вам разобраться с очисткой и обслуживанием прибора. Особым преимуществом этого приложения является то, что вы можете создавать свои собственные фирменные кофейные напитки. Благодаря функции My Memory Coffee вы можете запрограммировать по 4 рецепта на 4 пользователей, в том числе написав и имена пользователей. Также вы можете сохранить индивидуальные настройки, такие как крепость кофе с и без функции предварительного смачивания, температуру заваривания, объем готового напитка, кофе, молока, молочной пены и горячей воды. Благодаря выводу кофе все в одном, all-in-one, ваш напиток готовится нажатием одной кнопки. Когда вам больше не нужно переставлять чашку с места на место, и кофе, молоко, молочная пена и горячая вода подаются из одного вывода. Кроме того, он регулируется по высоте до 140 мм, и вы всегда сможете пить кофе из своей любимой чашки, даже если она для латте макиато. В дополнение к интенсивной очистке молочной системы, легкая очистка паром обеспечивает быструю и гигиеническую очистку. Элементы машины, через которые проходит молоко, очищаются при помощи кипятка и пара. Данная функция срабатывает автоматически, либо включается вручную после каждого приготовления кофе. Функция очистки доступна через меню. Ноу-хау от бариста. Приготовление кофе требует соблюдения определенной последовательности добавляемых ингредиентов. Так, например, для приготовления латте макиато эспрессо добавляется сразу после добавления молока и молочной пены и представляет собой тонкий слой между молоком и пеной. Благодаря уникальному выводу кофе вы можете приготовить две чашки одинакового кофе одновременно. Истинный гурман чувствует разницу между напитками, приготовленными из разных зерен. Каждый сорт кофе отличается от другого своим происхождением, обжаркой, ароматом, вкусом и многим другим. Благодаря двухкамерному контейнеру и функции Bean Select вы можете сами выбрать именно тот сорт зерен, который доставит вам максимальное кофейное наслаждение. Инновационное сенсорное управление заставляет сильнее биться сердца эстетов. Посредством мягкого соприкосновения сенсорных полей она заботится о простой и комфортабельной регулировке и обслуживании кафе у бариста. Как настоящий гурман, вы наверняка любите себя побаловать различными вариациями кофе. Классическим эспрессо, изысканным flat white или горячим американо. С помощью новой кофемашины Melitta вы с легкостью приготовите любой из 21 запрограммированных специально для вас кофейных рецептов. И сможете по-настоящему погрузиться в негу кофейного наслаждения. Вашу кофемашину легко в любое время отключить от сети при помощи кнопки выключения 0 Вт. Кроме того, машина снабжена программируемым режимом энергосбережения и функцией автоматического отключения. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Много времени трачу на уход. Царапается металлическая подставка под чашки. Сенсор реагирует нечутко. Теперь перейдем к положительным. Очень простая в использовании. Любимые напитки нажатием одной кнопки. Два бункера для кофе. Автоматический ручной выбор зерен. Вкусный кофе, много функций. Целиковый заварочный узел.
легкое интуитивное меню, дизайн, цвет, скорость и легкость подключения к гаджетам. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Не забудьте поделиться мнением в комментариях и поставить лайк. Также напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».